Всем привет! Как вы уже догадались, сегодня очередная распаковка для Розетка UA. Распаковывать мы будем вот такой вот замечательный картридер фирмы Kingston, который имеет интерфейс подключения USB 3.0. Значит, товар, как я уже сказал, приобретен в магазине Розетка UA. Товар поставляется, картридер поставляется вот в такой вот блистерной упаковке, что обеспечивает максимальную герметичность данного товара. На передней панели указана фирма-изготовитель, название, что это Media Reader, указан тип подключения USB 3.0. И, в принципе, все. На обратной стороне есть информация о стране изготовителя, о том, что данный картридер был изготовлен в Китае. А также находится шнурок USB 3.0. Ну что, распечатываем, посмотрим, что внутри. Итак, срезав боковую панель, наконец-то мы можем открыть нашу блистерную упаковку и получить долгожданный картридер. Итак, сначала мы получаем USB 3.0 шнурок. Давайте его раскрутим. Вот такой вот мягенький, очень мягенький USB 3.0 шнурок. Длина около метра. Что меня порадовало. Далее, сам картридер. И часть упаковки картонная. Инструкции каких-либо других приложенных документов нет. Вот так выглядит картридер. Он имеет стандартные разъемы для установки карт памяти формата Compact Flash, SD-карточки, microSD и MS-DUO. Ну, основные форматы и их модификации, соответственно. На обратной стороне размещен разъем для подключения USB 3.0. Верхняя панель металлическая. Боковые, передние и боковые панели, а также задняя панель и нижняя панель пластиковые. Корпус очень крепкий, не имеет люфта и скрипов. На нижней части корпуса представлена информация о изготовителе, о интерфейсе подключения и о стране производства. Всем спасибо за внимание. До свидания.